Специальное предложение сегодняшнего дня. Чехол на диван, домашний винтаж. Прямо сейчас мы все остаемся дома. И, возможно, вы устали от интерьера, который у вас дома. Возможно, вы устали от своего дивана, который также у вас. От обивки на диване. Мы сегодня порекомендуем вам отличнейшее предложение. Это целый чехол на диван, домашний винтаж. У нас размер чехла 150 на 200 сантиметров. И огромнейшее количество цветовых решений. Давайте на них сразу посмотрим, познакомимся с ними. Сейчас вы видите на своих экранах бежевое цветовое решение. Также у нас с вами есть бордовый, коричневый оттенок. Он и, конечно же, серый цвет также для вас сегодня представлен. И знаете, мне очень нравится янтарный, насыщенный оттенок, который также есть для вас сегодня в заказе. Выбирайте сразу 2 или 3 чехла, меняйте свое настроение в своем доме. И главное, посмотрите, как изменится ваша мебель. Возможно, она была в разных стилистических дизайнах. Вы дарите новую обивку, вы продлеваете жизнь своей мебели. И дарите себе отличнейшее настроение, если вам сейчас все надоело, как раз за время, пока мы находимся дома, меняйте атмосферу в своем доме с помощью чехлов на диван домашний винтаж. Цена только сегодня, только один день она действует, 1799 рублей. Как украсить свой дом, как подарить новую жизнь своей мебели, расскажет наш постоянный эксперт рубрики «Дом» Анна Фатеева. С удовольствием, потому что в тот момент, когда мы действительно проводим времени дома, мы с вами можем украсить ваш дом, мы с вами можем сделать ремонт без ремонта, без дополнительных затрат, когда у нас появляется многофункциональный чехол, который сразу свет... Три функции выполняет, а именно защищает нашу новую мебель, это раз. Нашу старую, но такую любимую мебель тоже помогает сохранять, потому что продлевает ей жизнь. Если вы любите кресло, как, допустим, у нас свет здесь кресло уже нуждается вроде бы в замене, но она настолько любимая, и когда у вас появляется чехол, который сможет буквально за мгновение преобразить какие-то проблемные зоны, вы за эту же секунду получаете что? Конечно же, новое кресло. Но и при этом вы получаете один единый дизайн и забираете сразу, допустим, чехол и для кресла, и для дивана. Королевский стиль, французская лилия или французский романтизм, называется такое предложение. Ну, я бы сказала, настоящий французский шик сегодня будет творить в вашем доме, в вашей гостиной или спальне. Мы не знаем, где будет стоять ваш диван, которым вы укроете как раз вот такое предложение. Чехол на диван, домашний винтаж. Бордовый, серый, бежевый, янтарный и коричневый цвет. Цена только сегодня за многофункциональное предложение у нас 1799 рублей в рамках нашей огромнейшей распродажи. Это роскошь настоящего дворца сегодня в вашем доме. Меняйте интерьеры, меняйте свое настроение, забирайте сразу 2 или 3 цветовых решения, потому что менять буквально каждый месяц. Аня, хочу у тебя сразу спросить, что за материал здесь используется, насколько он практичен, потому что все-таки мы смело понимаем, что мы можем и прыгать, и сидеть на этом диване, что-то даже кушать, да, и домашние животные у многих есть, поэтому насколько наши чехлы со всем этим справятся? Они не только красивые, Свет, они еще и обладают хорошей повышенной практичностью, потому что это велюр на трикотажной основе. Ткань эластичная, ткань прекрасно тянется и при этом хорошо держит форму. Если у вас есть домашние животные, предлагаю эксперимент. У нас есть щетка, да, расческа хорошая, с металлическими наконечниками. Не доберутся они ни до кожаного дивана, не доберутся они, да, или до текстильной мебели вашей любимой, потому что такое полотно, обратите внимание, обладает хорошей формоустойчивостью. И у нас не остается затяжек, у нас нет зацепок, это всегда красиво выглядит. Ваше кресло или диван уже, знаешь ли, приобрели модный современный дизайнерский эффект. А еще такая прочная ткань ни в коем случае не пропускает крошки. Слушай, хочу тебя сразу спросить, Аню, если такая прочная ткань, да, так, и все так отлично взаимодействует, у нас как ухаживать тогда за таким вообще чехлом? У нас нет никаких сложностей, Свет, мы снимаем чехол. Сколько, 5 секунд у нас на это уйдет? Отправляем это в стиральную машинку, все. Гладить не надо, фактура у чехла потрясающая, тянется великолепно. Сохнет тоже быстро за счет своей ткани, вот такого современного подхода. И опять же, буквально, допустим, утром вы захотели постирать освежитель, что-то произошло, через несколько часов, пожалуйста, вновь достали, растянули, одели. Да, кстати, покажем. Давай сразу, да, покажем размеры, да, на какие параметры растягивается и на любые формы диванов подойдет, опять же, Аня. Давайте разбираться от 150 до 200. Давай покажем, что тянется во все стороны. А 2 метра это большой трехместный диван, да, полноценное такое спальное место, поэтому
вы можете быть уверены, что подойдет на вариант с любой высотой непосредственно подлокотников и спинки, потому что у нас есть выточка, специально сформированная для идеальной посадки. А также имеется широкая, прострочная, эластичная лента, которая, видите, как хорошо тянется, при этом имеет такой же хороший возвратный эффект и обеспечивает не только фиксацию, но и вот такой эффект обивки мебели. А это очень дорого и стоит, и выглядит. Да, кстати, обить мебель стоит около 40 тысяч рублей, это минимум. Сегодня вы получаете новую обивку мебели, вы получаете новый диван буквально за 1799 рублей. Эта цена действует только один день во время нашего прямого эфира, поэтому торопитесь сделать заказы. У нас есть бордовый, серый, бежевый, янтарный и коричневый. Размеры 150 на 200 сантиметров подходят на любые формы диванов. Отлично растягиваются и изумительным образом фиксируются. Это не просто чехол на диван домашний винтаж. Это ваша новая обивка, это ваше новое настроение, это ваша новая мебель. Сегодня забирайте также вместе с чехлом на кресло. Они сегодня в цене 999 рублей. Давайте вернемся к моменту практичности ткани именно, да. Смотри, мы показали там домашние животные. Прыгаем, бегаем, да, по дивану, ничего не случается. А если что-то ели, да, крошки, не знаю, там, пролили, как вообще тоже вот с этим всем справляться? Я предлагаю сразу показать. Дело в том, что мы очень часто сейчас сидим перед телевизором. Если, допустим, для дивана на кухне выбираете, вообще обедаем. Плотная ткань, у нас достаточно плотное плетение. Я напоминаю, это велюр на трикотажной основе. Вот они, крошки, мы еще, знаешь, там потоптались, так, навредили мебели. Обратите внимание, что нам надо сделать? Во-первых, ну, просто рукой стряхнули, щеткой, пылесосом, если понадобится. Но в чем основное преимущество? Плотность ткани защищает мебель. Были мелкие крошки, но ничего у нас внутрь не попало. Центральное предложение сегодняшнего дня – чехол на диван «Домашний винтаж». Цена только сегодня – 1799 рублей. Вы меняете интерьер, вы меняете свой мебельный гарнитур, вы меняете сегодня жизнь в своем доме с помощью такого чехла на диван. Открывайте мир ярких впечатлений вместе с телеканалом «Шоп-н-шоу». Оставайтесь дома, берегите себя, своих родных и близких. И успейте сделать заказ. We'll be right back.